Современные технологии эстетической медицины в той или иной форме применяются в разных странах. Но при этом у всех своя специфика, свой опыт и свои наработки, которые специалисты перенимают друг у друга. Не так давно в Челябинск с рабочим визитом приезжали пластические хирурги из Италии. Встреча с коллегами проходила на площадке центра «Артмедика». С нашими итальянскими партнерами мы сотрудничаем очень давно. И вот планируется максимально плотное, уже непосредственно рабочее сотрудничество на территории города Челябинска. Итальянские пластические хирурги, они пропагандируют очень аккуратный подход к человеку. И главная философия итальянской пластической хирургии – сделать так, чтобы окружающие поняли, что вы великолепно выглядите, но абсолютно не поняли, почему. Своего рода итогом этого сотрудничества станет открытие в Челябинске нового стационарного отделения, где принимать будут как наши специалисты, так и итальянские. Приехав на территорию России, мы внедряем новые технологии. Нам будет доступно использование нитевых технологий для лифтинга, манипуляций блефаропластики в классической и трансконъюнктивальной технике в тандеме с российскими пластическими хирургами. То, что я вижу здесь, в Челябинске, куда мы приехали сегодня, я вижу, что к этому относятся очень серьезно. И уже отношения показывают то, что есть желание находиться на высоком уровне. И то, что коллеги делают, доказывает то, что они уже на этом высоком уровне. Еще одним направлением нового центра станет отделение отоларингологии. В 2016 году клиника «Артмедика» открывает новое стационарное отделение, отделение пластической хирургии и отоларингологии. Кроме того, в отделении планируется использовать передовые технологии по пластической хирургии, поэтому все население может получить высокотехнологическую помощь по отоларингологии и, соответственно, пластической хирургии. Эстетическая медицина в нашей стране – направление очень востребованное. Челябинск занимает одно из ведущих мест в этой сфере. А все благодаря тому, что в нашем городе специалисты работают на высоком уровне. К тому же они всегда открыты к сотрудничеству с зарубежными коллегами.